Петропавловске заканчивают откачивать воду из затопленных микрорайонов. Спасатели уже вывезли около 5 миллионов кубометров. Задействованы мощные мотопомпы и передвижные насосные станции. В Петропавловске в воде оказались 4 крупных микрорайона. Подгора, Кожевенный завод, Косогоры и Заречный. Залило 2156 жилых домов. Сегодня подтопленными остаются всего 7 из них. Ускорять уход воды из строений помогает тяжелая техника, мотопомпы и передвижные насосные станции. Задействовано около 500 спасателей и 66 единиц техники. Завершить откачку планируют в ближайшие 2 суток. В осушенные дома массово возвращаются жители. Конечно же, мы стараемся сделать как можно быстрее свою работу, работаем и день, и ночь, для того, чтобы люди вернулись в свои дома. То есть откачиваем воду не только с домов, но и с подтопленных территорий. За последние сутки мы перевезли порядка 5000 человек.